утра на площадке Свято-Воскресенского мужского монастыря звучали звонкие детские голоса. Там проходил фестиваль духовной хоровой музыки «Божий глаз». Открыл гала-концерт мужской губернский хор «София». Это уже пятый фестиваль духовной хоровой музыки. В этом году он вышел на всероссийский уровень. Большую концертную программу открыл победитель международных конкурсов детский хор из Москвы «Весна». В нашем хоре вообще это основа репертуара. Духовная музыка, народная, классическая. На этом воспитываются души детей. Это самое главное, для зачем мы поем. Еще одним почетным гостем фестиваля стала капелла из Челябинска «Созвучие». Я чувствую какое-то воодушевление, то есть как-то душа раскрывается, как бы она вместе с тобой поет и как бы прям пронизывает тебя всего. Еще в самом начале своего пути фестиваль был задуман митрополитом Владыкой Сергием и некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр», как проект, который мог бы собрать в одном месте все детские хоровые коллективы духовно-просветительских центров, воскресных школ и других образовательных учреждений Самарской области. До этого времени в нашем регионе фестивали духовной хоровой музыки не проводились. Я думаю, что детей сегодня как никогда нужно закладывать начало божественное. Тогда они будут себя хранить в Боге и с Богом. Если человек найдет Бога в самом себе, если он отобразит себя через раскрытие своего внутреннего духовного потенциала, значит, он состоялся для этого мира и для Царствия Небесного. Всего на фестивальной площадке собрались более 600 детей. После завершения концертной программы коллективам вручили памятные статуэтки. А еще в качестве угощения для участников приготовили солдатскую кашу. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.